будем менять вас. Или слабые дома люди тоже будем менять. Милики в квадрате стоим. РДД в звездочке. Орда, ты был в 10 гер? Ладно, твоя задача просто стоять в этом, в квадратике. Если будет чума, на тебе дебаф такой, вешает лич. Говорю, твой ник, ты бежишь с этой чумой. Трэш протопал, ты увидишь, где этот протопал и трэш. Забегаешь обратно в квадрат и дам про осквернение, 10 обычки там видел. ЦЛК, 10 обычка, 25 обычка, все то же самое, как и здесь. Так, ты умеешь станить Вали? Да. Позови его на ралли, пойдет, меня заменит, короче, скорее всего. Я не хочу. Ну, вот, да позови, если пойдет, заменю. Я не буду. Ну, у меня мут, понимаешь, просто. Напиши в чат, блядь, одно тело на лича. Сейчас по-любому. Да, давай, подожди, Ваня, дадим трай, нормальные речи соберем. Упадем, да. Возьмем 3 ДД и убьем. Поклонский, ты сейчас под пересоли чабить будем, да? Да хватит ныть, блядь. Сколько еще даже не попробовали? Ну хорошо, давай попробуем, блядь. Трусы, Поклонский станет. Войт станешь, ромб, кружок, нейкист, первая волна. Вторая волна, я, кружок. Все. Диспели чему мяша. Вам главное просто слушать, что я говорю, осквернение выносить. И все. Слышишь, Олег? Да. Ну если мы, блядь, не переведем, короче, блядь, ну, за но два шаркаря, блядь. В два шаркаря, то я меняю людей с меньшим ДПСом. Все. Все просто. 270к ДПС это нормальный ДПС рейда, чтобы бить лича. Главное просто по тактике все делать. Привыкли убивать лича в 340 ДПС, 350 без вагонов. Плариум, Машулечка, хильте волну исцеления танков. Линкс, ты будешь иступление снимать с кружочка, я повешу кружок на шаркаря. Поклонский ромбик станет. Чуть правее РДД станьте. Мало ДПС, будет много ловушек. Правее прижмитесь. БР у всех есть, верно? У меня есть. Отлично. Встаньте в квадрат. Мелики в квадрате стоят. Не забегать правее. Милики, ловушка в квадрат встали. Айгро! Что-то все как везде пошло. Так, ладно. Это, за... Ну все, заменяем орду на этого плариума. Ничего страшного, умирайте. Нейкист, что ставьте у этого? Дайте Иван по хилам кто-нибудь. Разве Ставонкил убил Некист и к нам в рейндж-зону побежал? Скорее всего сорвали. Как Хайретрик может сорвать игру с БДК? Я не знаю. Все, не будем тратить нервы. Спасибо за рейд, ребята. Ну типа... Но пула не было, да? Ну да, у нас два рога. Там Вуди Аллен еще есть, Тралли есть. Там на пула не дождешься от таких разбойников. Плариум, вставай, Ресиса, я тебя заменяю уже. Тебе накину липы. Ну, два промаха у тебя, Валера, кстати. ЛПшка. Это как раз срыв от ретрика. Такого, как мы не поставили. Oh.
Ситриксов нету, я не знаю, что там два руби делали тогда. Ситриксов ноль вообще, ну. И ханта как будто. У тебя там. У тебя там слабо видно же есть. Даблвар, релок. Че говоришь, видно? У тебя там же аддон стоит на атрице, там видно, когда а, не, ну, на пул дают. Он, если дают, там пишется вроде как в чат. А ну да, пишется. Я пролистал, нету ничего там, никто не пулил, ни ханты, ни роги. Нахуй это не надо. Ну давай, аддон лича, иди сейчас, разролим вещи. Можно сумон даблвара в степях. Давай, ставим шкаф, я доберу людей, заменю вот этих 5-6, паролем вещи и начнем. Так, давайте ролить печеньку. Защитника ролим. Воин, охотник, шаман. Тыкать. Смотрим ей по ГП. Так. Линск выше. Финиш трейд одну печеньку. Дальше. Можем взять Пеппера, Ван Холи Пала, Магу Тюрбола, Африка. Так, кролим еще печеньки на Пала, Жреца Лока. Два роли человека. Кстати, да, дабл вар. Странный пивар какой-то. Ты удар героя не бьешь? Блин, 5,6. В чем тут ГС вообще? Не знаю, просто так сказал. Да нет, у чувака макросов, скорее всего, не понимает, не знает, когда их использовать. Ноль ударов героя. Надо предыдущих боссов посмотреть. Так, Орда, где ты там, в какой пати? Ладно бы рассекающий был, еще можно было понять, так и не того, и не того. У меня фуры 6 кал, макроса не пользуюсь, нахер его. Так вообще скучно становится. Так, еще одна печенька. А кто там еще ролил? Линкс? Даблвар? О, лича спулили. Круто. Зайди никто не в ВКонтакте Вареньку позовите. Пояс. О, господи. Так, Орда по ПРу выше всех, вроде как, да? Да. Давай трейд. Видишь, не зря сходил. Последние вещи разруливаем. Вот, еще плащ РДДшный, кому-то надо? Никому не надо. Ладно, продам Магастана. Талисман ролим. На офис еще. Так. Бля, Дряга получается выше всех. Давай стрейт. Да, можно ролить. А, не, ну, можно ролить, если ты один ролишь, получишь. Так уже люди ролят другие. Тендряга получает талисман. Теперь еще раз на мейн плащ, кому надо, на мейн ролим, рол кидаем быстрее. Мне кажется, он тупит. Так, вот за талисман Тендряга. Вот за пояс Орде. Даблвару
за печеньку вроде как. А что за странные ГП ты начислил за талик, немного ли? Там уже 583, по-моему. Да, 583. Ну, отними 173, я просто гаманитарный. У меня нету прав на лодке. Сейчас, шаман выиграл плащ, половина. 193. Все, давай плавим. Камень Долоран, орда камень Долоран. Смотри, ну там Пеппер может пойти после БГ, ралли может пойти после босса. Какого-то последнего поворота сказал, идите нахуй. Анка я не звал. И Ретрик там Дрим Зив плюсовал. Вон, может Рассара на него поменять, Рассар хочет уйти тоже. Если кто-то с вашей гильдии хочет пойти, я могу уступить. Ты можешь поэрелить лучше, нам всем будет приятнее. К сожалению, а то заебал, да. Так, бери это, тебе менять. Так я тут, ну, суманить у меня. Пока фул тогда. А, давай замени меня, если есть на кого-то, меняй. Ну, если хочешь, за тебя зайдет Ваня Варенька. Вон, ну, пускай заходит. Начислите мне там далеча ЕП. А мы можем сразу всех послабее поменять людей, оставить берет и убить босса, и то, что мне уходить надо. Согласен. Даблвар, давай тоже. Я 5-6. Он даблвара ралли заменит. Пеппер зайдет кем-то. Не знаю пока кем. Давай шкаф еще раз. Просто, ребята, у вас 5-6. 5-5. Оставаться или уходить? Оставайся, сейчас даблвар пусть не будет. Я дал ЕП. Нет, Рассар, тебе не надо уходить. Я накинул ЕП, если вы не заметили, вроде как, да? Плариум, орда, даблвар получили ЕП. Давайте шкаф, Трися, ставь шкаф. Можем он в идеале на локом взять, а Анку хилом. Че, Ваня не хочет фуриком, например, зайти кем-то нормальным на лича? Сейчас заходит. Типа тебе мой охотник нравится. Ну, фуриком ты будешь второй по дамагу, а охотником девятый. Ладно, сейчас иду. Да. Ну или локом там. Пусть остается хантом, там. Да оставайся хантом, надо иступление снимать. На пол надо еще. Да там поклонский танчит, зачем ему иступление? Ну ты. А, ты, наверное, давно не был здесь, да? Тут шаркарь по 60 тысяч бьет. Надо иступление снимать и нормально станить. Потому что если два шаркаря будет под иступлением, и до свидания. Вон. Спасибо. Анка может зайти ирдру, а в идеален локом. Да все уже, гутербол, принимай сумму. Ну мы можем поменять, еще там есть чуваки, короче, с очень хуёвым ДПС. Ну остался Рессар и Эвенс, но это не, ну это не ну, супер. Ну и Сова вот это. Да, я. Нет, я не знаю. Чек на пул. Давайте еще Сову поменяем, он ралли просит пати, и пойдем. Андреа, ты хочешь убить лича или тебя заменить? Да у него талик уже есть, она сейчас надамажит. Ладно, идем под Рассар, Дримчив, чего не хватает? Ну всех бафов вообще. Давайте фулбаф, да, листопаф. Дай класску, слышишь? Ну что? Класску, да? Нихера себе дела такие. Зачем ты мне струдель даешь? Ну да, это фласку. Интеллект. Ну это типа в обмен на фласку. Блин. Дайте интеллект. Переназначь станы, пока не бафают. Ну вот. Поклонские трусы, воет ромб. Некист, кружок, первая волна, вторая я волна. Ничего не надо перезначать. Чек. Рассар, кресты раздай на шамана.
А, Венс, готов? Хенты, чей это мертвый пит валяется? Это этого, Орды. Это мой. Это вой тупал. Поднимите вой, до чего он лежит. Ну ты говоришь? Шипошек на валик не назначаешь? Кого назначаю, не услышал. Да без разницы, ты просто, если там какая-то валька ускоряется, ты просто в нее переключаешься. Всё. Я обычно так делаю. Станов хватает, АДК служи есть. ЛМ есть, так что не проблема. Дайте каску и кулак варам, пожалуйста. Сейчас. Крест дали. С ДПР там было две печеньки на шамана, одна печенька напала, которую я забрал, и печенька Мяша забрала пару получат. Сейчас Триси умрет, смотрите. Я не умрет. Я по ЕПГП забрал одну. ЕГБКП. Танец в квадрат, милики. Почему не спалить Мяша? Шаркарь, РДД перебежали. Сейчас будет чума. Кружок диспелит ханты. Кружок шаркарит. СДПР выноси чуму. Диспел. Знит АТН РДД. Встали квадрат. Мелики ловушка перебежали. Стали вот сюда. Так, там есть чума. РДД ловушка перебежали. 82% лишних движений не делать. Много дамажить еще. Второй шаркарь вылазит. РД ловушка. Ромб. Станешь ромб. Вот метка. Талик квадрат. Видите, где звезда? РДД ловушка. 4% до переходки. Каплю надо? Надо. Держи для профилактики. 2% после ловушки все на край. РД ловушка, все, миники на край. Дал каплю тебе. Бери, это чума. Рано с диспелем. О, идеальнейший. СДПР 2 гимноману. Шаманы тотемы поставили. Бьем духа. Кресты на сферках. На букву не забываем. Смотрите, мне какой-то Монкин в этот в ЛС пишет, линканул этот рекаунт с ДПСом на профи. Кафлик. 19977. Кто-то давал больше вообще? Ну, я на прицах давал 23. На атриком 6,2. Значит, это ни о чем, я понял. Да я бы наверно, что там африкам давать, вот, когда цель больше, чем одна. Ты навесил фул прокас, у тебя, блядь, по 5 КДПС скажем. Добили. Он пишет, что обоссать тебя. Я его чай закинул, короче. Печальный человек. Давайте, становимся звездочку. В одну точку. Лужи раскидывайте АДК. Эти как я понял. Ловушки всякие. Тотема кух. Бьем вами. Кружок на экист. Тарасар, ты не стоял в точке. Ты нехороший человек. Осквернение 3 секунды. Ром больше бить. Трусы играем. Придется станет трусы. Все в трусы играют.
Давайте рост. Теперь кружок в три волны станет этот Dream Chief. Вторая волна кружок. Стали из перемены порталу, весь ред смещается к трону. Под лужу дашь сакву поклонский, мастер, а у кого стоит Shadow Resist. Так, вальки разбежались. Кружок играем, через кружок. Там Эрдру схватило и ДЦ, прожмись. Трусы. Отлично. Все на рейндж вышли. Будет осквернение. Потом становимся как на первых вальках. На другую сторону, то есть перебегаем. Все, пошли. Пошли на другую сторону быстрее. В звездочку становимся. Там две лужи, надо быстрее. Быстрее, быстрее. Кружок это росар, да? Ладно. Бейте трусы, Ром. По возможности, не знаю. Попробуйте кружок еще. Трусы главное слить. Осквернение 3 секунды. Сэнка всем выйти. Это третье подряд осквернение на тебе? Да, да, да. Ну, дать. Большое доброе. Так, кружок сейчас я станю. Опять везение у нас. Немножко рейд. Так, я застанил кружок, и меня схватила вальку. Играйте через ромб. Трусы ромб. Осквернение 1 секунда. Вот. Четвертое подряд. Видели четвертое подряд осквернение? Трусы разби. Трусы. Я сейчас улечу. Так ты слежал, Ром. Не. А, ну да, я проебался немножко. Хотел? Да. Давай, ассистент, так. Ром. Веди в центр, веди в центр. Сейчас будут валькиры. Ставь вальком. И фулл ДД в леча. Звезду за леча. Блять, все равно надо было три вальки слепили. Станы вальком 1%. На край идем. Иди на край. Иди леча на край. Говорите, блять, у меня кнопка. Оскорнение, выбежали. Вышли, идем беди на звезду, край. Все, вышли с лужи, к звезде идем. Хильтерей. СПДР, гимн на ХП. С ДПР валька схватила. Ну похуй, Клод. И не надо. Все живы. Все, заходим. Все, все, все нормально. Я Ирелю тихо все. Молодец. Заливайте ману. Оптимус гимн на ману. ШП ханты шары бьем. Иннеры шаманам раздайте, у кого там мало маны. Духа, у которого меньше ХП бьем. Трися СС на БДК, пожалуйста. Дерево добиваем, второго духа не бейте, дайте нагреть его. Давайте в звезду на край все. Идем. Идем еще. Слышно мне, Варкат, вы все молчите? Да, да, да. Давайте дальше. Ты духов Рома не бьешь, что ли? Идем. Да я не смотрю, если честно, у меня мышка приближена в упор. Сейчас откручу. Не давайте за угол заходим. Леча на край.
Лужа, с лужи выходите, лужа в центр. Духа добиваем мелкого. Лича к трону и рейд к трону уходим быстро. Забили, на все к трону идем. Гро-агрот, дух. Сало ему дайте, сейчас вдохнет в рейд. Сквернение. Отойдите от лужи, лужа сейчас расти будет. Причем знаешь на ком на сквернение? Трися, блядь, у тебя какой-то магнит в кармане там на сквернение. Ты вылечь хочешь? Вообще пиздец, на него кидает. Но не подряд, короче, там была на маге на второй фазе. Надо от духов уходить так-то, если что. Один взорвался. После комнаты к порталу идем. Идем. Идем еще. Ай, шамана держите. Давайте, проходим. Вот тут встали, прижали звезду, стоим, ждем, пока две бомбы спереди взорвутся. Ну это ты загнул, блядь. Бежим. Выкинули? Ну, с тела сейчас бежим. Там, смотрите, лич вырастет. Да никто не умер, какой минус тело? Бежим. Да, только умер. К порталу идем, лужа в центре, все к порталу. Быстрее бежим, убежали от маленьких духов, на все забили, бежим от мелких духов. Бежим к трону, все забили на все, бежим к трону. Не умираем от духов, от маленьких. Осквернение 3 секунды, рейндж от лича. Нейкист. Вышли с лужи, бежим от духов. А-а-а. Войд, подними сову. Сейчас комната будет так. Ну после комнаты поднимет. Все равно бэров много. Вот еще. Эту эндрягу, да? Да, да, да. Инок, дайте. Идем. Даю. Идем. Заходим за угол быстрее. Сейчас бомба хлопнет. Ничего страшного, захиливаемся. Идем дальше. Идем вперед, проходим. Сразу выходим из комнаты и к порталу идем. Не бегите к ключу, там сразу духи спускаются. Идем дальше. Прижмитесь к стене, бомба слева. Заходим за угол. Бля, прикинь, я завис, отвис, сука, бомбы вокруг. Охуело ж, блядь. Бежим. Ты видел, я через центр к вам прибежал? Да, видел, видел. К порталу быстрее. Какие-нибудь бафы в сове накиньте. Уходим к трону. Осквернение 5 секунд. 3 секунды набрали рейндж. Тридцать, уходи с рейда. Сразу ледяную корону, блядь. Все, сейчас добьем, прожимайте все, что есть, крылья, горгульи, там добьем сейчас. Стой, не веди, стой. Не веди, стой. Комната. А чуть-чуть не хватило. Давайте в звезду. Идем. Стоим в звезде, не бежим вперед, стоим, 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 побежали. Да, ребята, мага, конечно, ДПС. Бежим. Да как раз там 2% ДПС. Бежим.
выйдем из комнаты, можно там рост будет дать. И зачем этот... рост, там пол ляма. В порталы уходите. Да, лучше на следующего босса. Дадим, ничего хуже не будет. Базар. Три серии рекордсмен. Ну да, на второй фазе нам вообще сильно повезло. Пиздец. Тупо. Четыре роста, блядь. Вторая, четвертая лужа на этих. На трисе. Кто сейчас вниз прыгнул? Если там 4 подряд не было на второй фазе. Вы видели, я сказал, что Ваня 9 будет хантом. Как думаете, какой Ваня по домам? Конечно, 9. Там было 4 осквернения на квазаре на второй фазе, я считал. И блин, ну, я вторая, не знаю. Вторая, третья, четвертая и пятая лужа. Я имею в виду, что самые сложные лужи, вторая, четвертая, были на нем. Вот это вообще удача. Я не говорил, что я в ромбике, я сказал, что. То меня схватило вальки. Ты сказал, через ромбик играем, короче. Я еще не понял, в чем дело. Стоял, долбил трусы до последнего. Варенька, есть этот ДПС, короче, общий? Кажется, в ромбике был Растер Шаман. Нет, там никого полезного на твоего. Зайти на Лича, подоможешь? Да. Тут 10% надо добить как раз. Давай в третье соберем. 9-9 уже, блин, до ты доели. Он, блядь, нормально, Джей, 17, да? У меня сейчас как раз читерский баф есть. Мы убили уже Лича ради. Да? Ну, ёманый, брат. Ладно, всем пока, спасибо за рейд. Все было круто, я вас люблю там. Не всех. Вот, короче, это лестница меня. Ж, блять, этот сирена зрительный. Дай мне последнее. Дай мне силу разбить эти оковы. Бля, я в комнате вообще пиздец завис, сука, рейд смотрю, бля, я отвисаю, на другой стороне бомбы подо мной, куча всякой хуйни. Васа, тупо такой экшен. Невозможно. Твоя ненависть не заберет больше. Алена, у тебя есть перцы еще, кроме шипа и роги? Да, еще есть лук и паладин. Где он в этой гильдии, в коге? Да. Когда ты уже поменяешь гильдию? Никогда. А там собирается Коля еще вернуться. Рейды вот в твоей гильдии? Там одно целка собирается, и то солча там худо-бедно убивает Лича. Вроде как. Это лучше, чем с воином ходить. Что ты базаришь на моего друга с Войдом, заебись ходить? Если б не Войд, у вас бы не было ни обычек, ни таких гер по 4 штуки в неделю. На прошлом туре 5 хм у 5 было. Да, 5 не было, 4 было. У меня на 6 персонажей КД было 25 хм, один в пулы не сходил. Не, потому что ты повесил КД с этим, с коду Стопрай, походу, когда я тебя позвал. И еще одно КД тоже я тебя позвал, вроде как. Не, там в обычку ходили. Ну, хорошо. В обычку там достижка я был, там, на Личаеве. Еще один защитник, воин, охотник, шаман. Дабл вар и линкс получали, кто еще? Так, где мои ЕП, кстати, блин? Это не какая там берет, у берета в рейде там, если что, на Никита. Все. И нас. Пока на всем, мужики, до встречи. Пока, Рома. Всем спасибо за рейд, всем пока. Давай, пока, мужик. Давай. Надо было это на запись взять. Прозвучало, как будто Клота это сказал. Гутербол зашел, на Лича похилил и забрал Теренас. Пиздец.
Так, Глора на мейн. Четыре человека, мощно. Так, сейчас я... Когда коня уже строили, сука. Подожди, у тебя вообще нету коней? Вообще нет. Надо было тебе отдать. Я забыл сказать, что у кого-то... О, нет, коней, ролите. Накидываю ЕП 500 тем, кто был только на ДЧ, потом скикаю.